Уже не первый год действует выездная творческая акция «В гости к соседу. Казачья слава». Гостеприимный «Славянск на Кубани» принял ребят из отдаленных сельских поселений района. Наша съемочная группа побывала на этом мероприятии. Из своих поселений ребята с комфортом доехали на современном серебристом автобусе в районный центр. Как почетных гостей их у городского дома культуры встретила начальник отдела по работе с молодежью, физической культуре и спорту администрации Славянского городского поселения Ирина Таран, которая сердечно приветствовала ребят и пожелала им весело провести время. Сотрудники межпоселенческой библиотеки провели тематическую познавательную программу «Казачья грамматика», а Славянский историко-краеведческий музей – тактильную экскурсию «Ожившие предания казачьей старины». Мне понравилось узнать о жизни казаков, которые жили в 19-20 веках. Это было очень интересно. Мы узнали очень много нового. Для гостей была подготовлена интересная познавательно-развлекательная программа. Для того, чтобы было удобнее выполнять задания и проходить станции, ребята разбились на 4 команды. Ныряет, желание исполняет. Кто это? Золотая рыбка. Правильно, золотая рыбка. А кто ее поймал? Дед. Дед, правильно. А как называется эта сказка? Сказка о рыбаке и рыбке. Вот так на станции в гостях у Василисы юные гости города вспоминали подробности хорошо известных им сказок. Очень приятно видеть, что дети очень начитанные, что отвечают с полуслова, не успеваешь загадку рассказать, они тебе уже на второй строчке уже ответ дают. На других станциях ребята соревновались в быстроте и ловкости, разгадывали загадки. На станции «Секретный сундук Мальвины» они даже решали кроссворды. Мне очень интересно быть ведущим лицом на моей станции. Я помогала ребятам разгадывать кроссворд. Увлекательное путешествие по станциям очень понравилось детворе из Ачуева и Голубой Нивы. Было очень интересно и весело. Мне понравилось, и мы увидели все вместе наших любимых героев сказок. И поучаствовали в разных конкурсах. Очень все понравилось, были разные конкурсы, фильмы смотрели, много чего нового узнал, веселились, все очень понравилось. В конце программы ее участники лепили кубанские варенички. И, конечно, в гостях не обойтись без сладкого угощения. Эта поездка запомнится всем ребятам надолго. Андрей Вишневский, Игорь Ванчугов. Программа «События».